Я могу сказать со своей субъективной точки зрения, как человек, который видит наше телевидение, и я смотрю в интернет телевидение Украины, я сопоставляю как бы и то, и то. Мне многие знакомые говорят, кто-то там был, кто-то приехал, уехал. Я считаю, что Порошенко это не тот человек, который может примирить людей на сегодняшний день, у которых уже есть кровь на руках. Дело в том, что тут уже не политический конфликт, тут конфликт, который я бы назвал война. А гражданская война, она должна остановиться переговорами не по поводу того, что ты разоружись или ты там извинись. Нет, там надо договариваться в каком-то смысле на равных. Порошенко, мне кажется, не готов говорить на равных, потому что он не вполне руководит страной сегодня. Существует и Коломойский, существуют всякие другие течения там, в Киеве, я имею в виду, в Днепропетровске и так далее. Мне кажется, что Порошенко не владеет сегодня ситуацией, чтобы закрыть войну.